Во дворце спорта «Триумф» завершились всероссийские соревнования по боксу Российского физкультурного спортивного общества «Спартак». В нем приняли участие более 20 люберецких спортсменов. Подробнее в нашем сюжете. Юный боксер из Москвы Всеслав Степанов одержал победу на всероссийских соревнованиях по боксу в весовой категории до 40 килограммов. Это не первый турнир Всеслава. Всего спортсмен провел 65 боев, в которых одержал 60 побед. Меня отвел на первую тренировку мой папа. Меня это заинтересовало, и теперь я занимаюсь 4 года. Мне нравится ловить кураж. Любой мужчина должен уметь за себя постоять. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В этом году в нем приняло участие 211 спортсменов из 29 субъектов Российской Федерации. Возраст боксеров 13-14 лет. Данное соревнование проходит у нас уже в Люберцах 27-й раз, а это 27 лет, это больше четверти века. Действительно насыщенный турнир, большое количество боев было проведено ребятами. Многие ребята во многих весах провели 5 боев. Спортсмены выступали во всех 16 весовых категориях. Люберецкий боксер Эрик Саркисян одержал победу в весовой категории 60 килограммов. Победителю турнира представит спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.